В Сургутском районе презентовали новый туристический маршрут по Дикому Северу. Шестеро отважных активистов запрягли собачьи упряжки с хаски и отправились от Лямина до Тундрина. Тур двухдневный с ночевкой в гостинице, где смельчаков посвятили в койоры. Первый опыт получился удачным, так что в Сургутском районе планируют и дальше развивать это направление. Попасть в число койоров и полюбоваться Дикой Северной зимой еще можно, для этого нужно связаться с хаски-центром. Количество туристов в Сургутском районе в прошлом году побило все рекорды. Муниципалитет посетили свыше 200 тысяч человек. Все они путешествовали на машинах, нартах и упряжках, а также пешком. В муниципалитете для гостей региона разработано свыше 30 туристических маршрутов. Это экстремальные поездки, этнические туры и культурные программы по музеям поселений. Большой поток гостей в прошлом году встречали на тропе «Человечность», что на Барсовой горе. Маршрут по Дикому Северу теперь планируют представить на выставке в Москве. И сейчас вот реализовали его впервые. Данный маршрут апробировали 6 человек, 6 дам, которые отважно решились апробировать и попробовать. Судя по отзывам, это перезарядка, это отдых от цивилизации, это совсем другой подход в туризме, который позволяет зарядиться